Рассказывай. Алиэкспресс. Сейчас посмотрим. И что, типа, ее надо на коряжку? Ну, ты со спиннингом просто закинешь, чтобы она сама, типа, вибрировала ну, там? Да, она должна на течении плавать. Ну, а так, по воде, как она хоть будет? О, ну, немного, немного. Ух ты, ух ты! Блин, блин, прыгай! Вы видели? Блин, это вообще капец какой-то, друзья! Вы видели это прямо? Ух ты, ух ты! Блин! Это же просто жопа! Привет, дорогие друзья! Вот так я вам скажу. Приветствую вас на 15-х хрониках. Сейчас у меня вид такой, потому что я не спал. Я всю ночь болел за Севилью. И да, это в три ночи. Ну, о грустном больше не будем. Идем открыть все пенаты. Замочки. Посмотрим, не ходил ли к нам в этот раз лось. Будем сегодня варганить тут блюда разные. И шашлык, и там мясо с картошкой под капустным листом. Туалет нужно запрудить. Вот, сделали тут настил. То помните, ходили, следы были. А теперь смотрите, как хорошо. Раз. Идешь. Пока прям это... Вздохнуть не могу после смрада городского. Вот этой вот. Поют, кукуют. Наконец-то я здесь. В кофте жарко снял бы, но кофта нужна по этическим причинам, потому что камера, карманы под всякую приблуть. И, в общем, план таков, сразу вам скажу. Сейчас я завтракаю, то, что утром не завтракал, что ничего, сразу быстрее поехали. Время сейчас еще даже нет 9 утра. Завтракать, собираться и с блесенками, со всей ерундой, с братом, если он не откажется, хочу пойти далеко по реке. В общем, что, я опять занимаю время, все увидите. Приятного просмотра. Ставьте сразу лайк, подписка, кто не подписался. Ну и приятного просмотра. Рад, что вы со мной. Фух, умылся, чуть-чуть освежился. Фух, на улице жара. Не знаю даже сколько градусов. На завтрак у меня будет гречка с курицей. Сейчас посмотрю, сколько градусов, покажу. Сколько на улице. На улице у нас 26 в тенечке. Там 30? На солнце 30. Не на солнце, в тени. В тени 30. Санек уже мастырит. Новый спиннинг. С новыми блёстами готовимся. А где тут мой? А где же мой? А, вот он. Мой уже тут готов к труду и обороне. На той... Тихо, не наступи на кончик. А у тебя сколько метров? 2,10. 2,10. У меня 2... Был 2,40, сломался, стал 2,30. Ну, пока висит та блесенка, но я возьму новые, будем испытывать. У Сани что висит? Это я нашел в том году на берегу валялся. Но тем не менее. Новая катушка. Какая-то новая катушка у него. Ну ладно, в общем, сейчас завтракаем, собираемся пока. А это вот это, может, ты говорил? Да. Ну-ка, потешь. Вот точно никак я до ножа не доберусь. Но они дорогие, зараза, хорошие, да? Вот сколько такой стоит? 400. Кизляр. Ну так в руке
Не, так удобно лежит. Она изрекит. В общем, только пока приехали. Разбираемся, собираем. Сейчас я тоже приберу сумочку. Все, составимся. Потом пойдем уже рыбачить. Вот мамка. Скажи, мам, привет. Привет. А что не дунули-то? Дай. Все, теперь приезд открыт. Санек говорит, будет купаться. Какой вот это? Ну, давай я туда положу. О, блин, тяжелые. Сейчас я пока положу, покажу, что у нас тут начинает происходить. Ну, расскажи, ты главный проектор этого. Это папка главный проектор. Я подсобный рабочий. А я? А ты тоже такой же. Короче, не пришей к руке калач. В общем, вот. Делаем сейчас основание для беседки. Как хотели, тут будет беседка. Вот все вырезается, подгоняется по уровню. Все, уже паз у нас вошел один. Блин, тяжело. Живот. Ну, в общем, дальше вы все увидите, как здесь будет. Доски будут, то есть будет настоящий пол. Прям все будет на высоком профессиональном уровне. А тут гамак. А гамак здесь, кстати? Да. Можно, кстати, повесить, помотаться. Мамка на огороде. Все пока занимаемся. Но жарище просто... Просто на жаре тяжело работать. Поэтому раньше и ходили в деревне, как на сенокос с ранья. В 3 часа утра ходили, а уже в 8 все, домой. И потом уже под вечер, потому что солнечный удар, так что берегите. Берегите себя, это не только на голову, но и на сердце, на всю. Так, ладно, колесо надо туда тащить, вот это. Теперь оно не такое уж тяжелое, но попробую. Я с чая надулся. Тут у нас огурцы. И медведка повадилась. Огурцы и помидоры, да? Не, ну вот эти помидорки. А, запах помидорчиков. Огурцы, да, взошло только 2 штучки. Медведка повадилась, все съедает. Вот огурец как выглядит. На изначальной стадии. Один вот и второй. Он валялся на земле, я его пальцем воткнул туда. А медведку что не убил? А я ее не видел. На насадку. Мы ее сыпали отраву, она что-то ее... Ну, видишь, я его пальцем пихнул, а он это... Тут лук. Все. Вот помидорки тоже хорошие. Запах классный. Наблюдение. Кто поедет отдыхать в Мещеру, запасайтесь дезодорантом. Мошка, комары одолевают. Ну, я-то привычный. А так, конечно. Ну, вот уже сбили весь каркас, смотрите, полностью. Сейчас вот середину еще надо укрепить. Фух, но жрут вообще вот. Капец, там садишь. Что я сажу? Вот цветы космея вырастут. Здесь вот это рядом. Вот укроп? Нет, это цветы космея. Но они будут такие или будут городская цвести? Городская ромашка разноцветная. Цвести, а это золотые шары. Ну, шары я помню, они тут да. Были такие. Шарики. Жарко, да? Очень жарко. Вот так надо беречься от жары. Главное, носите шапочки. Вот этим средством будем бороться с медведкой. Тикс. Сел разбираться с блёстными. Они там с червями-опарышами.
какие-то мультики всегда включат, кто их смотрит, никто неизвестно. Вот поэтому и хочу коробочки. То, что ты потом достаешь, вот что происходит. Как не ложи, но это не та. Сейчас подыскиваю мелкие вертушки. Вот такая, но это куда? В нее, в принципе, не особо они влезут. Это вот. Но она тоже уже раздербанилась. Это Коляна. Вот рыбки классные. А я, кстати, джиг возьму, наверное, попробовать. В общем, разбираюсь, пока сижу со снастями. Санек сидит, смотрит мультики. Интересно, Сань? Это очень. Ты уже сготовил снасти? У меня все всегда на готово. Но я надеюсь, очень вот на эти. Вот шумовые мне очень интересны. Но за рыбками, если я зацеплю, я буду лазить. Я по-любому буду за ними лазить. Короче, разбираюсь, что у меня тут есть. Вот белый. Блин, ну а эти тяжелые. Сейчас, мне кажется, на вертушке ясь может пойти ловиться. Что-то я нашел вообще где-то. Блин, а где вот у меня еще лягушки были? А, они, наверное, все дома. Вот все дома. Я вот вообще думаю, продаются же такие здоровые ящики, да, вот прям как ящик, чтобы в ящик все сложить и все снасти в одном месте. А это там, это здесь. Короче, вот, ящик буду мутить. Точно, это я для себя задачи ставлю такие, по рыбацкой тематике. Катушка пока устраивает, спиннинг пока устраивает, леска не плетенка. Устраивает, поводок у меня плетеный. Но есть и вот и флюркарбонный. Или тоже плетеный. Не, вот это уже, ну, по-моему, тоже плетеный. Флюркарбонный я все поотрывал. Короче, разбираюсь пока. Вот тоже все найденные. Все со своими коробочками вот сели. Ну вот это я брал, она хоть тяжелая, все равно не идет. Разбирается. Надо такую, Сань, ты на тяжелую будешь ловить? Мне сколько она грамм? Я так она большая, грамм 10, наверное. О, мне надо. Да я так и думал, что это надо. А у тебя что хорошего? У меня все хорошее. У тебя одна и один медь. У меня, да? У меня колебалки, у меня больше нету никаких. Вот. Колебалочки, одни колебалочки. Вот, лишние. Заводских уже нету, остались одни магазинные. Короче, я настроен сегодня на вертушки, исключительно на вертушки. А завтра уже посмотрим, как закончится. Блин, сегодня. Какие? Санек вот пытается коробочку вырезать. Кусачки, конечно. Да так сейчас с собой взять что, по чуть-чуть. А потом, конечно, я хочу ящик целый, чтобы туда уже там разбираться. Вот дом уже стоит каркасик у нас. И как обычно строятся домики, и на доски сразу ставить столбы уже. Ну вот, идем с ведерком. А что это у тебя в руке? Куке-куке, в какой руке? Идет прикормить карасей на местный пруд. Посмотрим, у нас там верши, куда попались вот эти вот вьюны. Сейчас идем посмотрим. Парить начало и начало громыхать. Сейчас к нам велосипедисты приезжали воды напиться. Стумы едут на великах вдвоем вообще. Посмотрим сейчас, что тут у нас в вершах. Так что, ребят, сейчас впервые вы можете увидеть, как ловится угорь. Ой, вьюн. Что там? А я вот где ты ловишь, поставил бы туда в коряшке как раз одну. Держи. Закидуху. Пересорт в пруду в этом переродился карась. Ну, как вы уже видели в предыдущих хрониках. Вот. И посоветовали, что его нужно в маленьком выуживать. Вот мы отсюда его вытаскиваем и будем выпускать в маленьком сейчас другой маленький пруд. Да, а там
Раньше был тоже карась, его ротан весь истребил. Покажи на ладони так, какой размер. Ну что, вон живец, вон он. Вон. Ну, может, там разродится. Потому что тут из-за этого маленького перестал ловиться крупный. Поэтому вот мы отсюда туда, то есть, короче... Ну что, пахнет? Ну, это чесноком пахнет, это все нормально, я не буду это менять. Это чесночком было у меня. Жирный плыл, такая мразь. А, это вот эта твоя рыколовка? Ну, что тут? Нет, тоже, вон, мило. Смотри, там тоже. Вьюн такие. Маленький попал. Вьюн, да? Во. Да. Вот сейчас, вот, ребята, его сейчас и увидите как раз-таки. Как ловится вьюн. Че? Ну, карасики сейчас, подожди. Это вьюны. Это, вон, ротаны. Ротаны даже тут? Конечно, вон их тут. О, ротана, вон. Ротана вообще, вон, вообще есть, ротана вообще выкидывай уткам. Даже в реку обратно не кидай. Тут утки еще живут. Ну, вы тоже видели, кто смотрит хроники, утки. А вьюна покажи. Вьюна, вообще надо поймать его сейчас. А, вон он, вон он. Ну, вьюна давай тоже туда пустим. Вьюн, он нормальный парень. Вот он, сейчас выскочит. Ну, давай, на бедром давай. О, как змееныш. Ну, вы их видели, кстати, в предыдущем видео, где я там в ванной с ними падал. Сейчас, подожди. Во, крякают уже уточки. Вот лягушки, уточки крякают. А, лягушки, точно. Все, сейчас пойдем в тот выпустим. Так. Да, сейчас выпустим. По плотине пройдем, он сейчас это, вот сейчас я вот это. Лягухи. Я вот все хочу попробовать лягушиных лапок, но никак не доходят руки. И еще хочется еще в этом году и вот эти ракушки, мидии. Мы все хотели. У Вадюхи, вот, кстати, отпуск в августе будет. Вот хотим наловить с ним этих речных ракушек. Все, плохой. Сейчас свежего сюда забьем, пойдем дальше. С чесночком, ну это, видишь, там побольше, это карасик, это покрупнее. Ну, видишь, мелкий, то вот помните, когда я тут удочки ломал, блин, ловился какой, блин, больше ладони. А разродился вот этот маленький, и карась пропал. Поэтому мы его собираем и сейчас понесем в другой пруд. Бобры вот нарыли какие. Не нарыли, точнее, нагрызли. Где не провалиться, сейчас бух! Вот. А, вот дырка. Ну да, здесь плавали, я говорю, когда вода была. Вот он, считай, вот я про что вам рассказывал с этого пруда. И вот она, пошел канал на реку. Ну, по-моему, во вторых хрониках я туда дошел, и там все, там болотинистость. И там все пересохло. И... Ну. Так, все, переходим. Идем зарыблять другой пруд. Но я не знаю, как вы думаете, вырастут. Мне кажется, что вот маленькие эти, они уже не вырастут. Ну хотя бы оживет пруд. Воздух хороший какой. Да. Все. Позабылось, позаброшенность. А я помню, как старики перестали. Мы купались здесь всегда. Конечно, купались. И все надо делать. Ну, воды-то вон побольше. Конечно. Ну, давай, выпускай. Ну, тот раз я так вот, уже третий раз вот. Давай, подальше. Ну. Давай. Давай. Вот. Живите. Вот, у нас тут разведутся, вон они поплыли. Поплыли. Карасики и этот... И вьюнок с ними. Ну туда здесь все время. Фу, ну парит вообще капец. Да. С ладошку он все время тут был. А потом протаны и это. И ну все. Вот уже третий раз вот что-то. Да был, сидели там рыбаки, да. Тут рыбаки. На бугру на этом, да? А вон там эта палатка стояла. Фух, жара, парит. Да, парит как он... бы не вломил, а то нам сейчас нужно почему еще... Стоял, о, какой огромный муравейник. Конечно, я в тот раз вломил. Я туда
А то нам еще же блесны испытывать, купать. Ну да, вот тут утки были, вот тут загончик для них. Все, все вымирает, все. А это что за игра? У нас идет скрытая камера. Что тут мамка готовит? Мясо. Скрытая камера. А что это одна картошка, а мясо где? Внизу. А мясо где? Внизу. Внизе, внизе. Вот так надо было говорить. Да. Я гляжу, а мясо где? А где оно? Внизе, внизе. Все, последние штрихи перед рыбалкой. Свежесваренный суп. Вот такой вот консистенции. Кусочек сыра, обязательно чеснок для витаминов, ну и колбаска. Приятного аппетита. Спасибо. Сгущаются тучи. Я уже зацепился за калитку. Смотрите, встретился подберезовик. Так, идем, вот подходим к реке. Собрал с собой, честно сказать, целый рюкзак. Там столько всего интересного. Ничего не стал брать. Что-то мне очень плохо. Как будто нутро все тысячами ножей пронизывает. Скажу, что я опять жалуюсь. Но если я не буду рассказывать эмоции, то смысл смотреть этот фильм тогда? Можно просто прийти на пру и посмотреть на воду, правильно, если я не буду описывать вам свои эмоции и ощущения. Чё? Воды прибыло вообще. Смотри, вот эта вот коряга-то она лежала. Это сейчас мы поотрываем. Ого. Подожди, а папка сидел, ловил. Ты оттуда пойдешь начать? Опа. Я надеюсь, это заснялось. Главное, чтобы нас... Опа. Колики прошли. Я, вы как не говорите, я все равно с юмором останусь, пока не сдохну. Тьфу-тьфу-тьфу, но такое чувство, что недолго мне почему-то осталось. О, дождь пошел. Ну ладно, начинаем. Начинать буду на проверенную пока что блесенку, но с собой новенькие парочку взял. Громыхает. Нафиг, ребят, уже экран я за 2500 поменял, поэтому телефон от греха подальше замурую в пакет поплотнее и в карман. Саня, он начал кидать поперек, а я все вдоль да вдоль. Блин, первую рыбку видел, ну, чуть побольше ладошки, прям вдоль бережка кидал, и вот здесь он раз, прям не успел даже зацепиться. Но, значит, рыбка активна, шансы есть. Надеюсь, что все-таки сейчас дождик сбавится. Поэтому так и парило, поэтому такая жара и была, что неимоверная, аж у отца голова, у всех голова, и шея, и шапка болела. Но просвет виднеется, вон там виднеется, и вот после дождя, как вот раньше, по моим наблюдениям, когда вот сейчас пройдет дождичек и выйдет солнце, начнется активный жор. И отец говорит, что даже ези у него на колебалке, вот на эти, на егоные, ну, они не цеплялись, но прям... Санчо ходит сзади. Ого, друзья, запузырилось. Вот это влил. Вот это влил. Смотрите, в пузырях. Значит, затяжной. Но ничего, когда нас это останавливало. Сейчас укроемся чуть-чуть в лес. Обойдем тут все равно этот валежник. Ну, одна чуть крутанула, но... Блин, громыхай, молнии бы не убил, надо было резиновые сапоги одевать.
вообще влил офигенный. Нашел более-менее дубовые, где листья. Сижу. Не знаю, видно, нет как. А там что творится? Ну, погодка. Только рыба ловить, да? Экстремалы, спиннингисты. Йоху-йоху, спиннингисты. Фух, ладно. Мне кажется, сейчас такой, когда сильный, он еще быстрее пройдет. Вообще стеной, просто стеной. Во, дождик так и идет. Это куда? Там видно или тень? Видно. Вот, может, сюда вот я выйду. Дождь боковой, давно такого не было. Насквозь. Ну иди это, под это. Смотри. Нет, я покажу. Все. Ну ты Санька сними, как он раздевается. Вон на лавочку кидай тебе, потом выжмем сейчас это. Я шел, штаны не чуял. Ноги. И все льет. Илья, дай-ка вытер руки. Саш, давай ее потом это, давай где-то снимай. Короче, полчаса еще там давай сидели, сюда, еле, Саш, дошли. Просто насквозь. О, какая труба идет из ванны. А вы что подумали? А мы что подумали? Мы ждем, думали, назад вернетесь, а вы что долго... Так не... еще по поклевке и у него была, и у меня. Может, сейчас кончится, переоденемся и пойдем. Время еще рано. А он что-то не заканчивает. А что-то боковое. Но это полный абзац. Все. Иди вон, раздевайся, снимай штаны. Все, сушиться, а чтобы не заболеть. А то опять болеть. Фух, вот так вот сходили на рыбалку. Просушились, переоделись. Еще аж сердце разболелось. Ну-ка, а что тут варится у мамки? О, там какое-то варево. Я чуть-чуть нарушил ее покой. Я ничего не там нарушил. О, мне носки надо. Сейчас посмотрим, что на улице. Если стихает, то я пойду. Что, стихает? Давай его наверх. Вот. Сейчас там повесим. О, кончился. Во. Да? А, нет, еще идет. Что-то они все внизу в этой... Ну вон, дай мамка сейчас в тазу, сейчас воды нальем. О, меркает. Тут еще мелко, вон там, смотри. Вот там, ну она наступи туда. Это вот мы по лесу только вышли из дома. Чтобы я опять утонул? Да не, да ладно, что ты думаешь? Во, смотри. Это вот столько налило сейчас воды. Представляете, с какой силой? Вот обули сапоги на буле. С какой силой шел этот дождь, наверное, часа два. Потом... Ну, такая изморозь. Ну, сейчас вроде все, вот по новой. Переоделись, высушились. Лес мокрый. Что, опять что ли начинается? А, это ветер с деревьев, я уж испугался. Появилось комарье. Я лежал, блин, я не знаю, у меня что-то живот вообще. Непонятно, что болит. Такое чувство, как будто это как газ... Ого! Гастральная херня. Ну ладно, не об этом. Все-таки о рыбалке. Ну, идем. Надеемся. Я вот, кстати, больше даже... Да, а там, смотрите. А там темно еще. Ну, главное, чтобы все удалось. Я вот даже больше хочу езя поймать хорошего. Вон, по нем он черный. Не знаю, видно или нет. Что там, комары?
Комара прям куча, рой. А вот сейчас, кстати, подойдем. Вот это место будет там вон красивое. Вот эти вот цветы. Кстати, свежо, да, так хорошо в лесу после дождя вообще. О, смотрите, красиво как. Представляете, блин? А мы там сидели, хрен его знает сколько. Думали, сейчас пройдет. Еще проплыл, наверное, байдарок 11. Вообще, ребята, их стремалы. Фух, ну ладно. Как говорится, с Богом. Птички пока петь не начали. А, не, начинают уже, видишь, тоже. А то притихли. Ну да. А, кстати, еще шел град. Забыл сказать. Град херачил. Какое у нас сегодня число, чтобы так сказать, для этого? 12. 12, да, День России, 12 июня 2020 года. Мы находимся в Рязанской области. Мещерской. Короче, глубинки. На Мещерских хрониках 15. Ну, если чтоб кто понимал, где это мы, что это. Река называется Пра. Любимая река. Моя любимая река, точнее, не называется, а любимая моя река. Блин, комары. Жопу грызли, как бобры. Смотрите, какая красота после дождя. Над водой. Пар. А. Ну все, начинаем. Это комарьё. Зверюги. Первый. Опа. Ну, с почином. Юркой. Где взял? Вот здесь. Прям у берега, да? У коряшки, да. Я это говорю, значит, он был. Надо пакет достать, да? Рыбу складывать. Ага. То, что отец решил с них какое-то там блюдо делать. Хрен его знает, какое-то. Ну, это кто напишет, зачем берете рыбу или зачем там не берете рыбу. А чтобы брал, есть. А? Не брал отцепа. Не. Палку суй. Так, потычек пока не было. Смотрите, прям щавель вот растет. Можно щавельку поживиться. Но я пока воздержусь. Все-таки не удержался. Испытаю эту звуковую, шумовую, как мне сказали. Хрен его знает, как она будет шуметь. И вообще, осилит ли мой спиннинг ее. Ну, блин, уже поймал. Сейчас будем пробовать. Река тихая, комар гудит, мандит. Санек идет, мандит. Рассказывай. Алиэкспресс. Сейчас посмотрим. И что, типа, ее надо на коряшку? Ну, ты со спиннингом просто закинешь, чтобы она сама, типа, вибрировала, ну, там? Да, она должна на течении плавать. Я, ну, а так, по воде, как она хоть будет? О, ну, немного, немного. Ух ты, ух ты! Блин, блин, прыгай! А, вы видели? Блин, это вообще капец какой-то, друзья! Вы видели это прямо? Ух ты, ух ты! Блин! Это же просто жопа! Блин, такой вообще впервые в истории канала. Кстати, с вас лайк за такую херопутало. Да, ух ты! Я сначала не понял, что это такое. Я думал, это она увеличилась в размере. Думаю, как, знаешь, эти китайские игрушки есть, и в воду их суешь, и они там растут. Я думаю, ух ты, ух ты. Ну-ка, давай, может, еще, ух ты. Она как живая, да? Ну да. Не, нифига себе. Против течения, она хуёва. Ну ты матом не ругайся, детский канал. Ух ты, ух ты.
Надо вот туда поставить. Ну иди ставь, а я пока три эти шума буду извлекать. Ну прикольно, в прямом эфире засняли. Ну-ка, может там сейчас давай, ух ты, ух ты. И говори, ух ты, ух ты. Блин, вот против течения вообще шик, она прям мотает. Ну да, она прям как живая рыбка. Ну а ну суставник, смотри, какой здоровый. Блин, прикольно. Ладно, я буду на свою шумовую ухтать. А я тогда должен шу-шу-шу-шу. Так, прекратили плыть туристы. Штук 30. И при том, когда здесь плывут шум, гам, бабы что-то так рассказывают, отплывают на 10 метров, и все. И тишина. И замолкают. Как будто она мне это хочет рассказать. Вот сейчас ставлю вот эту еще попробовать. На ту не было ни поклевки. Но она больно маленькая. Что-то крючочек маленький. Слышь, а может, это хуёк попробовать? Пока не впечатлили. Я сам. Блин! Ушел. Ну, блин. Потому что я хотел заснять. Давал бы сразу мне. Нахер. Вот, ребят, тут рыбка работает. Но видели, я с ним игрался. И... Вот, сними. А вот это нихуя не работает. Какая-то хуйня. Может, ее на зимнюю надо дрочить? Этой хренью. Она вообще не играет? Не-а, просто плывет какая-то. Как кусок говна? Да. Шляпа, короче. Ну, видели на эту? Ну, я игрался просто. Так бы я его вытащил. Но я хотел вам заснять. Ладно, следующую вытащу. Когда блесна застряла в кармане. Фу, ну и вонь. А почему я эту, ну, сорвалась, что я с ней игрался? Потому что, смотрите, какой тут маленький крючочек, когда обычный, вот, соотношение, это капец. Одену сейчас вот эту, эти испытал. На эту сподручню уже хочется поймать что-то нормальное. Решил снять поводок. Одел так, чисто вот на петлю. Крупной нету, а поводок что-то игре мешает. И весь он начал гнуться. Буду пробовать так. Надеюсь, получше получится. Лес запел. Тишина такая стала. Продвигаемся дальше. Санек водит этой своей хренью. О, а я сейчас вдоль вот этой сосиночки вертушечку пущу. Че, опять что ли плывут? Блин, опять плывут. Сколько же можно, да? Как плывут, так клев отходит. И вот так постоянно. Короче, с утра надо с ранья лучше идти, да? Попрем. Что? С утра с ранья лучше попрем. Ну да. Да не с ранья плавно, ты че? Так кусок попался. Отпустим обратно. Слишком мелкий. Мы же не настолько голодные, хоть и безработные. Еще один, покрупнее. Но это уже отец любит окуней ему на таранку. Санек вон еще щуку поймал, кричал мне, а я не слышал, говорит, с середины тащил. А я ни хрена и не слыхал. Вот такие дела. Двигаемся дальше. Вот. И жопу вытирать страшно. Ну да, жопу. Главное не борщевиком. И вот сейчас я отсюда поднялся. Вот один за одним окушки клюют. Но больно маленькие. Я их выпускал. Попробуй туда метни. У тебя подальше метается. Это ты бзнул? Во, давай, для просёра хорошо. Во. Сейчас прикинь, есть. Тут же.
Опять туристы проплыли. А я что думаю, сейчас туристы чуть сплывут. Я вот его все подбиваю туда сходить, в тот коряжник, в залежни, и поводить его алиэкспрессовский вот этой составничком. А завтра можно вообще на великах поехать туда на узенькую. С утра. Че? Туда на узенькую. Там вообще эти... Блин, вот на туб заводь. Вот лодку все-таки... Лодку я приобрету. На лодке сейчас заплыли туда, да? Вообще ништяки. Вот туда вот. Ну, это я и говорю. Вот сейчас я покажу людям. Вот туда, то есть через небольшой перешеек. А вот тут, а вот тут вот в детстве, где я сейчас показываю, Санек тонул, а я его спас. Помнишь? Он ниже меня был ростом тогда. А тут прям обрыв вообще конкретный. Тут памятник, мужик утонул. Вот. А мне вот так вот вода, он на мне висит, а родители на берегу ничего не могут сделать, в панике. Я тихоньку, тихоньку, тихоньку. Видали, какая железная выдержка была? Куда все иссякло? Хрен бы его знал. Ядрит его в дышло. Давай. Мы должны сегодня победить. Ну, сейчас я покажу. Блин, опять только катушку мочил. Совсем карандаш, смотри. Смотри. А, ну да. Пусть живет. Пусть живет. Таких уж отцу на блюдо не пойдет. Давай. Ах, молодец, какой хороший. Фух, и наконец сбылась мечта. Сейчас прям вдоволь наумывался в пре. Завтра тогда накупаемся перед отъездом. Завтра на ту сторону пойдем. Сейчас тут изведаем, завтра на ту. Такая у нас большая спиннинговая застройка. Завтра возьмем весь чемодан с собой. Жратвы, сухпай от Александра Захарова. Вот. И попрем. Я вот хочу под эти вот коряки. Мне кажется, в них может что-то крупное выутить. Вот под тем бережком. Ух ты, ух ты. Да, язика бы хорошо. Окунь вот. Здесь его взял. Толстенький. А? Толстенький стервец. 4 метра. Ну-ка, сейчас я ее приближу. Ее видно хоть? Там 4 с хреном метра. И хер его знает, какие там валежники. И погодка вон. Хмурится, ветер усиливается. Да хер с ним, одну оторву. Попробую. А? Ну не покупная, а та, я уже на которую ловил. Все. Да. Ну ладно, сейчас маленькую привяжу. Да и можно на обратный путь, я думаю, да, идти по тем коряжечкам еще пройтись. Я пока вязаться буду. Пока я вязался, Санька что-то попался. Щурок? Да, секулёк. Убёг? Да. А я поставил ту шумоизоляцию. Надо двигать назад, а то уже темнеет. Мошка появилась, значит, скоро будет дождь. И отец там хотел шашлык жарить, тем более. Хотя желудок болит, есть неохота. А? Мель, она тут маленькая стоит. Тут маленькая, то что тут мель. Пойдем лучше назад. Ну вот, опять плывут. Вот единственную, короче, одну я оторвал, но ее я разловил. Ту, которая маленькая рыбка, ну с ней я дурачился, но щука на нее клюнула. Единственное, вот это шумоизоляция. А, вон, кто спрашивал про памятник. Вон он, памятник мужику, который спас ребенка. А туристы все плывут и плывут. Но мы уже идем назад, потихоньку кидаем ландыши. Че? Ветер усилился, рябь. Рыба залегла на дно с нашими легкими
вертушечками. Сейчас, блин, уже что-то ловить бесполезно. Пойду вон Санек там пробует еще. Ну, все, время 8:00. Хватит, наверное, сегодня. Находились. Плавает он, конечно, песни. Ну-ка, проплывись. Песни. Как дохлый тюлень хер. Ладно, шучу, конечно. А так, что сказать. Из всех моих пока не разловилась вот эта вот штучка. Но у меня еще такая красненькая. Завтра возьму с собой. Но завтра будет арсенал покруче. И пойдем подальше. Все? Или еще поводишь? Пойдем? Ну все, ну что, какой итог? Смотри, рыбу мы поймали, много отпускали. Да? Ты как вообще, что скажешь? Нормально. Нормально побродили, пробздились, так сказать. Вот. Половили, отпустили, видели. Конечно, хотелось трофей, я, если честно, рассчитывал на изъян, но... Нисколь не расстроился, ни капли. Тем более сейчас уже куча туристов уже плывут все на Становальне. Ну и хорош, время 7:30. Пойдем доить шашлык. Корову, да, из коровы. Не, из свинины. Пойдем. Спасибо, что были с нами. Завтра будет круче. Блин, желудок вот. Или что это болит, я так и не пойму. Какой-то анорексический шок. На этот поймал хочу, нет? А то. Там вообще был комедия. Мы ржали, чё? Блин. Вот. Вон поймали. Ну чё, хоть. Да много выпускали. Шучки. Много вон. Мелочи. Ну, около этой, оставь около, как его, около ванной, Саша. А у тебя тут что, ну-ка, дай понюхаем. У меня чё? Уже все готово. А! Давай, я думаю, пока вас дожидается. А мы уж чуем мясом пахнет. А запах вкусный. Так еще оделась-то это. Говорит, да, хоть все. Кофта, а ты. Запашин вкусный. Ну вот сидеть. Да туристы, знаешь, сколько проплыло? Море вообще. Вообще капец, жопа полная. Ну а здесь около сосны никого нет? Встали. Сейчас встали. Ну вот здесь на столике. В доме уже идет спиралька, чтобы было комфортно спать. Эту даже дегустировать не знаю. Ну, вкусная. Сейчас шашлычка съем. Какую-нибудь ножку выпью. Ой, раздеваться, полежать. Так, ну что, пришло время продегустировать творение. Папино творение. Ты что там? О, это Санек поймал в те выходные, да? На килошной? А мне полегче, если рядом, братан. Тоже ты поймал? Нет, это пап. А на сколько лещ? Кило 300. Ага, и на тракториста. Так, вам клон, смотрите, шапку одела, зимнюю куртку. Так, ну а я продегустирую. И вон выпью таблетки какие-то. Таблетки, какие в деревне нашел. Горячие. Но мясо едят руками. Надеюсь, видно. Сегодня в нашей стране отмечается День России. По понятным причинам праздник не получится масштабным и пройдет в онлайн-режиме. Сочный, хороший. Появились наши известные хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин. В этот день мы честим нашу страну. Мам. Я русский. Город нести российский флаг. А это какой шашлык? Мираторг? Мам. Мираторг?
А что это без кетчупа? Чё? Да это я так продегустирую. Нет? Нет. А какой это? Ой, блин, горки, наверное. Горки? Горки. С праздником. Вот, с горок нам. Надо кетчупа настроячить. Так, на шашлык. Тент нам с горок прислал. Ну, прям на шашлык. Ну, короче, будем есть. Нарыбачились, не слабо. Кстати, вкусный. Хороший. Ладно. Реально вкусный. Я его прям сок. Меня вот видно там вообще? Да. Вон, смотрим Андрюшку Тихонова. И вкушаем. Ну вкусный, да, шашлык? Вообще. Мягкий, 5 да. баллов. Мягкий, сочный, обалденный. Я сейчас еще даже кусочек. Вот этот. А я какой-нибудь посочней. Во, вот этот. Поздоровей и погуще. Бомба. Забыл сказать. Запиваем это все дело отменным томатным соком. И в конце надо бы так сделать. Класс. Только болит. Кажется, канал ты ныть весь фильм, что болит, болит. Но если болит, ну что я сделаю? Болит. Я же не виноват. Ветрище, да? Капец там, что на улице происходит. Хоть чуть-чуть построили. Всю ночь вливал ветрище страшный. Ой, полны ведра. И погода изменилась вообще очень резко. То такая жара была неимоверная. А сейчас... холод неимоверный. Ну что, пойдем? Мне кажется, можно будет сходить-то. Здесь где-нибудь поближе. А? Ой, как думаешь? Так-то, в принципе, вот. По облакам поглядеть. Ну, часочек можно будет покидать. Новые эти блёсенки испытывать. Ну, я схожу, по крайней мере. Вроде, в принципе, дождя нет. Я, наверное, сейчас... чайку попью и схожу. Но налил хорошо. Я не знаю, удалось мне что-то заснять через сон вам, но я думал, что я в терраске спал, что какое-нибудь дерево, я даже не знаю, какая-нибудь вот эта вот береза, она как раз стоит, упадет и все. Я же думал, нам конец. Ладно. Утренний гальюн, как говорится, надо проверить. В пакет положим, а что посмотрим она. Дождь льет и льет. Хотел сходить. Сейчас может кончиться. Он вьюн.
совсем прям маленькие какие, да? О, ротаны. Вот, это ротаны. Да вон их в эту пусти, пусть там да, они. Да, пусть в ванну тут. Карасиков туда. Хоть пруд запрудить. Вьюн там хороший сейчас должен быть. Блин, цыплет, смотри, как это. Зубами? Да какой зубами, он плавником. Это вот беленький, а вот маленький, смотри, какой красненький, прям это. Живечек. О, вьюны хорошие, я таких это жарил-то. Надо, наверное, прям высыпать в этом перчик. Так не поймает. Да тут вот там где-то замок есть. А, вьюны. А вот. Что ты этих сюда этих? Да пусть. Ну, ротаны просто не нужны. Ротаны они только испортят, то есть весь пруд еще больше. Они там и пожрут. Два вьюна. Ага. Борьба. Змей. Я даже не показал его. Ну, а он выскакивает, Жень, из руки. Ну, выскочит на пол, что тебе будет? Он же не в ванну. Он сейчас. О. Тихо, а если пищат? Ну, а вон, смотри, видишь, какой усатый, вон какие усы-то у меня. Не удержишь. Вон и жуткий. Вот. Поведем, понесем сейчас в тот пруд их. Пара вьюнов уже, карасики, хоть пруд запрудится. Да даже красненький маленький вон есть. Здесь помойная. Нет, марлю я сейчас помою и положу в мешочек. Ну да, я сейчас сам. Не, ну в принципе, я думаю, что сейчас вот морось пойдет. Сейчас чуть может сбавиться. Чуть-чуть, да, сбавится, а ветра нет, и так вот. Даже посмотреть. Не, ну потихоньку плывут. Но опять же. Все такое. Куда пошла-то, блин? Вот такие дела, и никак, блин, порыбачить не удается, что вчера нас он гонял оттуда сюда, что сегодня, а ночью вообще что ураганило. Я думал, береза упадет и снесет телегу. Но ты в пруд пойдешь? Да, конечно. В пруд. Сейчас ходим в пруд, опустим. Сейчас Анька спрошу, может пойдет со мной. Ну, вроде потихоньку спадает такая эта морось. Думаю, что все-таки, если не начнется, схожу. Все, вот, принес их. Вьюны. Удивительные рыбы. Но, блин, то ли я их не умею готовить. А вот какой, смотрите, красненький, маленький. Главное, чтобы выжил. Сейчас в первую очередь его пустим. Блин, а вода, рукой трогаю, вода вообще теплая. Давай. Пошел. Оп. Вон он. Пошел, хороший, молодец. Все, сейчас этих запрудливаю и пойду уже думать. Так вот я осматриваю его, в принципе. Чтобы разродилась рыбка нормальный. И ряска есть, из деревьев падает кормежка. Так можно будет потом полазить за торчики, поубирать. Блин, дождь опять усиливается. Но в целом занимаемся, я думаю, благим делом. Оживляем мертвеца. Решил посмотреть рубеж охотника. Итак. Нет ли грибов под осиновый, этот, под березовик? Вчера мне все-таки попался. Сейчас посмотрю, что стало с рубежом охотника, куда выходил кабан и лось на кормежку. Раз уж здесь, рядом оказался.
Да, не подфартило, блин. Такая жарища стояла все дни в городе. И как специально приехали, но я и говорю, слава богу за все. Так, вот они, валежины развалины. Сейчас заберусь, посмотрю, что там осталось. Вон туда, на тот пригор. Да, вот это вот все, что осталось от палатки. То есть тут была палатка, там все заросло вообще молодняком. Все поросло молодняком. Вот красиво как. Горело тоже много. Но обычно вот там был кормеха, туда выходили. Но поросло, да, давно я не был. Ну, хоть посмотреть для общего развития. Ой, ты Русь моя, вот она, родина. Ничего другого не надо, ни морей, ни океанов. Дайте родину мою. Милая. Так, в общем, ем суп. Татьяна Гвоздева. И все равно пойду на рыбалку. Саня все смотрит, всякую ерунду. Когда звонила. С ним обошли слишком сурово. 11-го. А потом это... Мишка начала ей звонить. Все, ем и идем. Вроде чуть-чуть дождик спал. Так, ребят, нам повезло. Дождик стих. И мы прём со спиннингами. Сейчас пойдем в другом направлении. Я там новые коряжнички раньше видел, но не знаю, сейчас воды прибыло. Санек вон в плащевике. Ну, короче, оделись опять в сухое. Уже по 5 раз в день переодеваемся. Идем пытать счастье. Он с вертушкой, а я в этот раз одел... Попробую вот на эту вот рыбку. Может, на нее покрупнее что засадится. Фух, прям. Тьфу-тьфу-тьфу. Держите за нас эти факелушки. Дождь, не дождь, подошли к реке. Все равно плывут, мандят. Я уже, кстати, пожалел, что одел вот этот виброхвост. Потому что я поставил поводочек еще. И что его сейчас, вероятнее всего, возможно оторвать. Но я сейчас чуть-чуть тут покидаю. Так, а где коса? Блин, воды много. Вот. Вот здесь вот стоит. Вот тут я сейчас ее заструню. Все, начинаем, друзья. Санька, первая проводка. Сейчас прикинь, в первую. Бух. Саня на вертушку. На ту, которую ты нашел, да? Ну, круто, неплохо. Вот что хотел сказать, у вертушек, у них в чем минус, что они работают только против течения. А тот же самый виброхвост и любую другую воблер-колебалку можно облавливать во всех направлениях. И сейчас, как мы идем против шерсти, то мы обычно спускаются по течению реки. А мы сейчас пойдем против течения, туда через вот этот заливной луг, где были болотинистые леса, попытаемся обойти и выйти уже на те коряги. Но мне кажется, вот тут вот сейчас что-то сидит. Кстати, у меня появился еще вот такой вот офигительный отцепчик. Отец мне тогда еще дарил, все никак не брал. Он здесь как. И... Ту я даже сам не вижу. Сейчас пока попробую покидать здесь на красно-белый спартаковский виброхвост. Смотрите, какие лисички выросли. На дереве. По реке стянется. Иду вот по траве, высокая. Но вот вдоль травки так покидываю. А там вот островочек под него. Интересно. Но... Много в выходные, много стоянок занятых.
Да ладно, сейчас попытаем счастье. Чё там? Щурочек? Щурочек, что ли, у него? Щурочек маленький попался на вертушечку. Пробую ставить вертушку более большого калибра. И вот так вот вдоль травочки, потому что преимущественно у травы. Я вот сейчас тоже этим водил у травы. Он в бок попадает, в этот виброхвост. Походу слишком мелкая щука. Но сейчас попробую вот на эту. Она и летает подальше, и травку ей поштудировать хорошо. Пришел к выводу, слишком здоровый пропеллер, такое сопротивление дает, очень тяжелое. Втодену такой узкий, тоненький, он напоминает чем-то тех мэпсов третьего номера. Вот это вот. Сейчас попробую на него, я думаю, на нем остановлю на сегодня свой выбор. Ну, не на сегодня, а на сейчас. Вновь сменил насадку. Попробую, блин, шумовую, вот ту красную. Ее не пробовал. На эту сейчас тоже что-то крутануло, но ну, не нравится, как пропеллер. Он что-то то открывается, то не открывается. Попытаюсь вот эту все-таки разловить. На вертушку? Да. А я уже все, я перепробовал шумовушку. У меня тоже крутит, мутит, но пока никак к местам не доберусь, все с блеснами экспериментирую. Вот такие вот дела. Короче, пробуем дальше. Вот и разловилась шумовушка. Мини-купер. Совсем. Но хотя бы разловилась. Он один раз стеганул, и второй. Таких мы выпускаем. Так, что, движемся, идем дальше. Обходим тут трава, коса и мель. Пойдем на коряги. На ямы посмотрим. Блин, язика хочется. Но вот эта шумовушечка мне понравилась. Она играет приятно. И 20... Я уж не помню, сколько я там говорил грамм. Она, то есть, и чувствуется, и не совсем такая лопасть, что, блин, крутишь, как этот, как вентилятор тянешь. А у тебя что в итоге по итогам? Два щурка, две на вертушку, да? Да. Все, идем, обходим вот эту вот валежу. О, гриб, смотри какой. А что это за гриб? Гриб-тишка? Да ладно. Это... А, тоже такой же, на такой же, да. Пень. Смотри, лазил, тропа. Да, вот она. Вон видно даже. Тропа бобра. Плывут, вот жерлица стоит. С живым окунем еще даже. Хороший. Туристы все плывут, изморозь была сильная. Стало чуть поменьше. Мы продолжаем свой видеодневник. Санек волтузит дохляка. Вот. Я вот хочу перешейк. Кстати, вот в этом перешейке можно тоже что-то попробовать. Во, кстати, прям на мысок. И вот тут вот эти вот разводики. Я все сюда мечтал. А Санек волтузит дохляка. Был еще у меня удар, и у него был по удару. Но все мель. Погодка, конечно, оставляет желать лучшего. Ну что, скажем в заключение. Что скажешь? Ничего нету крупного. Одна мель. Зато туристы бодрствуют. Вот тудым, сюдым. А короче, одна мель. Все. Собираемся домой. Сегодня отъезд. Тем более у отца там что-то температура поднялась. У меня опустилась. Ну короче, рыбу видели, поклевки видели, правильно? Ну да. Ну и все. Так что все, сматываем чемоданы и попрем. Блин, поливает и поливает. Вообще, сейчас посмотрим, сколько градусов, интересно. Сколько стало? 13 градусов.
О, льет. В ванну запустили этих ротанов. Потом, когда будут какие-нибудь другие хроники, посмотрим, выросли они или нет. Блин, не подскользнуться бы. Все накрыли. Обзор владений под конец, чтоб все нормально. Блин, вообще, да, погодка выдалась. Всю эту стояла жарище. Ну и все равно по рыбалке мы с Саньком шли, так и думали, что походу большая настолько отгуляла. Кстати, был практически первый день, 12-й, как снятие запрета со спиннинга, поэтому собрал спиннинг в город. Будем ездить в городе, но сейчас к хирургу, потому что мне здесь дядька-хирург там сказал, что там и таблетки надо пить, и все равно идти на прием. Вот, что к хирургу, что как скажет, но и все равно это не отменит. Начинаю искать работу, но, по крайней мере, пока где не буду таскать, но охранником нафиг я не пойду. Ну какой смысл, что я буду там за 8, за 10 тысяч сидеть? И мне это вообще никак, потому что у меня обязательства, и я их не брошу. А, в гальюн, я проверить, а волей-неволей смотреть, судьба меня в гальюны затянула. Ну что ж, придется на дорожку. Все, ребят, до скорых встреч. Спасибо, что были со мной. Увидимся на 16-х, дай бог, живы будем. Не помрем. А куда мы нахрен денемся? Спасибо. Пока. Если что не так, уж извиняйте. Такой, как есть, ваш Евгений Кузин, ваш друг.